В моих руках такой интересный балансир. Это Ice Angel. Если в переводе ледяной ангел. С такими крыльями. Очень симпатичный. И смотрится довольно интересно. Окраска просто класс. Этот балансир при подбросе отлично стабилизирует и полностью исключает обратное скольжение за счет своих плавников, не теряя своей скорости и разворачивается на 180 градусов. Длина его 78 мм и вес 25 грамм. Довольно тяжелый. Но посмотрим, как он играет. Так, буду проверять в таких зарослях. Моментально он разворачивается. Давай для начала проверим на коротких взмахах. Короткий это, то есть сантиметров 10 подброс. И буду увеличивать взмахи. Все верно, он очень резко разворачивается. И также он более поисковый, потому что он летит далеко. Порой цепляюсь за траву, но ничего страшного. Бывало такое неоднократно, то что я именно с травой вытаскивал рыбу. Просто активный хищник, он порой сразу вместе с этим салатом ел.